Чао! А вы знали то, что океан исследован всего лишь на 5%? И вот смотрите, что я там встретил. Чё? Кто, сука, положил зеркало в океане? Ладно, хихихаха, в сторону. Это все еще не Dark RP, ребята. Я не знаю, что вам делать, как вам смириться с этим. Но да ладно, эту игру мы собирались пройти на стриме, что мы, собственно, и сделали. И первая половина это будет нарезка со стрима, а потом я в нее поиграю в соло. Наверное, все уже заметили то, что подобные ролики несколько слабее залетают, чем видео по Dark RP. Вы можете это исправить, просто-напросто проявив актив. А именно лайки, комментарии, подписки, а главное колокольчики. На этом все, ребята, все ссылки, что вы захотите посмотреть, будут в описании. Иди в воду. Ну а чё, вы чё, на приколе? Ну чё, давайте вниз попробуем. Так, 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 так. Никого вроде бы нету. Что это за звук был? Кто ты? Иди нах! Понял. Ёбин-бобин. Грибы выброси. Почти все грибы оставь где-то 4. Что это сейчас? Блять! Хули это произошло вообще? Ладно. Нихуя я подлетел. Чё по онлайну? Самые верные остались. Гаррис Мод Китсы ушли. Туда иди. А, вот это? Окей. Может, не надо мне вниз, ребят? Мне реально вниз надо. Ёбан-бобан. Вверху желтые желуди. А, вон оно, сука, где. Ага. Да-да-да, я вижу. Вот, 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 вот. Сейчас я кислорода наберусь. Давай, давай, давай. Да, они ускорят немного. Ага. Давай, до дома. До дома. Чё я там взял? Две грозди. 4 слота занимают. Я думал, кстати, они будут по одному слоту занимать. Зашибись, сейчас хоть поплаваю нормально. Ты встречал Левиафана-жница? Да, я же в нее третий год играю, понимаете, да. Я, конечно, его встречал. Он даже до Авроры еще не доплывал. Про каких жнецов еще может идти речь? Привет, будет Гаррис Мод. И в каком городе ты живешь? Я живу в Ростове-на-Дону. Спасибо, долбоеб, за 1000. Но Гаррис Мод сегодня не имею желания стримить. Я в телеге писал, что кайф мне погонять в Субнатику. Меня просили часто в нее погонять. Я не знаю, просто я не понимал, что в ней такого. Если честно, я до сих пор особо не понимаю, что в ней такого. Вот правда. Скрафти снаряжение, плавучий воздушный насос и в воде под себя подставь. Что это? Кто ты, воин, блядь? Я тоже так могу. Откуда еще хихихаха? А как его? А что это вообще было за херня? Вот эта, которая плавала сейчас. Выжившие с Авроры. Бортовой журнал, капсулы. Так, не рекомендуется изучение данной окружающей среды без костюма для работы с опасными материалами и обширного вспомогательного оборудования. Ну, травмат надо, блядь, с собой брать, я так и знал. Когда видео по Роблоксу еще будет? Я хз, как он заходит. Одно видео нормально залетело, другое не залетело. Я не понимаю просто, что конкретно хотелось бы посмотреть. Поймите меня правильно, я хочу снимать то, что будет приносить нормально просмотр, но не только Гаррис Мод. Я пока что так, щупаю. Я, получается, щупаю. Раз игрушечка, два игрушечка, раз три, раз четыре. Или сколько там у меня роликов? Уже 6. Вот. И я так прощупываю, что конкретно вам нравится. Потому что если я тупо спрошу, а в этом не будет никакого толку. И все будут писать, что конкретно он хочет. Будет все в разнобой. Построй хату, чтобы хранить вещи. Обязательно. Но сначала надо разобраться. Видео по доте надо попробовать тоже. Я бы, кстати, каточку бы залетел в доту. Медный провод. Окей, давайте глянем. Блять, такой тупой вопрос задаю, сука. Очевидно, медная руда нужна. Давно не сохранялся. Да сейчас, что я соскользнул, что ли, отсюда? Я просто стою, созерцаю, получается. Так, ладно, все, ребят, доброе утро, побежали. Поплыли.
Руду искать надо. Руду надо искать. Где руда? Было бы неплохо мне побольше в игры поиграть. Ух ты, блядь. Ты кто нахуй? Сталкер? Давай, блядь, сканируй. Сканируй, сука. А что будет, если я его ёбну? Быстрый хищник, обитающий в зарослях водорослей, поджидающий жертв, покидающих безопасное мелководье в поисках корма. Убей его, чтоб все тебя боялись. Да он меня захуярит, чувствую, подождите. А вот это вот что такое вообще? Бля, набздел, сука. И хохочет еще, блядь, подлец. Не, я ножом тут не справлюсь. Иди нахуй! Блять! А не, я могу зарезаться, да? Давай, роднулькин, иди сюда, сука, давай. Давай. Одноглаз. А, блять, он... Сука! Гаррисмот уже мертв. Да, конечно, Гаррисмот уже мертв, да. Гаррисмот, оказывается, ребята, мертв. Сейчас я вам выдавлю... пасту из такой базированной базы о том, что Гаррисмот, оказывается, умирает уже в течение скольких лет. Поскольку я, ну, я делаю вот такой тезис, выставляю, я, ну, определенно я считать не умею, но он умирает. Сколько времени конкретно, не знаю. Но он умирает, да, ребята, он умирает. Просто посмотрите на то, что с каждым годом сервера... закрываются постоянно. Пам-пам-пам-пам-пам. Ныряем. Ёба-да-боба-да-бане! Опа. Если играть в Гаррисмот, то только на сервере Биброград. Спасибо. Вот такую рекламу я еще не ожидал. Через донаты, спасибо. Давно сохранения не было. Подождите, сейчас доплыву, сохранюсь. Так, а что теперь? Куда тут? Вот там оплыть надо? Ну, поплыли. А, ну нахуй металлолом, подождите. Мне он не нужен. Там будет костюм краба. Ух, блядь! Подожди! Блядь! Блядь! Я нихуя не вижу! А чё это трясется? Лазерные резаки, да, блядь? У меня только легендарная финка НКВД есть, и все. Больше у меня нихера нету. А они злые, сука! Ай! Коксакеры, идите сюда! Блять, они нормально, кстати, лупят так. Ну, то есть, реально, игра думает, что я не могу пролезть туда, не присев. Да, туда можно зайти, но не сейчас. Значит, тогда пойдем в администрацию. Набор в Биброград здесь, ребята! Ура. Аптечка. Пора назад плыть. Да не, нормально. Чтобы я еще раз отправился на этой ебучей подводной лодке, а, сука. Путешествие. Лучше бы дальше сидел, миллиарды, блядь, зашибал. А говорили, нормально! От Xbox джойстик хороший будет руль, блядь. Да, блядь, хороший. Блядь, да запрыгни ты, сука! Ну что за имбецил у меня, а не персонаж, я вам отвечаю. Он не сесть не может, ни хера. Я просто понизил уровень радиации, все. Чё ты? Укусить хочешь, да, хуйло? Ага. Только плавать умеешь, а я и ходить могу, и плавать. Ха, иди нахуй отсюда. Блядь. Домой. Где дом? Дом. Блядь. 91 зритель. А мы тут все слепые. Спасибо, что напомнил, сколько зрителей. Спасибо, Вася Пупкин. They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Ребят, да идите нахуй, разбирайтесь там со змееподобной тварью сами как-нибудь. Я еще жить хочу. Я еще тут много чего не сделал. Вы, ребята, не глупые по-любому. Думаю, разберетесь. 3 часа я играю в нее. А мне до сих пор нормально, ребята. Вы представляете? Так, капсула тут. Поймав тебя, сука! Нормально. Рыбу можно и руками брать, но ската я не могу догнать, поэтому я взял его так по приколу. Бля, это как будто глаза на меня смотрят, отвечаю. Ща накопаем. Я думаю, получится. Ух, блядь.
Иди ты нахуй. Блять. Наверх! Сука. Блять. Полный вперед! Так, далеко, главное, отплывать не нужно. Блять, иди-ка ты нахуй! Хотел бы ты поиграть в Far Cry 5. Я играл в нее, записывал видео давным-давно, когда она еще только-только вышла. Но посмотрело всего лишь 5000 человек. Бля, представьте, в жизни вам вот так вот придется плавать. Блять! Иди нахуй! Сука, всю еду мою забираешь. Моя еда, блять! Чё, сдох? Съебался в страхе просто. Да, я их убить не убью, но по щам могу надавать тоже. Вот эти цитатки ВКонтакте. Бойтесь гнева терпеливых. Что, ты тоже по еблу не получал давно? Ну, хочешь, подплывай. На нахуй. Ой-ой-ой. Кислотный гриб здесь будет у нас. Ух, блять! Ебать, я-то думаю, какого хуя? Рыбалка! Так, а что мне теперь вообще надо? Комплект проводов и сетчатое волокно. Серебряная руда. Вот это, наверное, перезарядить надо. Хотя не, мне еще этого хватит. Ну, поплыли. О, привет. Иди отсюда. Социофобия меня боится. Череп. Ё-мо, натаскал ты, конечно, другалёк. Соль. Да, куда? Куда? Ага, удачи, догоняй. Ха. Наивный дурак. Думает, я реально буду с ним драться. Мне очень нужно серебро. Ух, ё-моё, прям надо мной кого-то прокусил, пацан. О, все, новый чертеж у меня готов, зашибись. Давай, давай. Ну чё ты там орёшь, выплывай, да. Красавчик. Хопа, медная руда. Пригодится, конечно, но потом, но не сейчас. Да, еды себе я набрал, ебать его в рот. В общем, у меня тут кулинарное шоу сейчас будет. Сначала мы пустим эту еду. Опа, титановый слиток, смазка, энергоячейка. Окей, летяга. Да без проблем, сейчас мы тут такую кулинарию устроим. Вы все охренеете. Не захочется вам больше... на какие-то другие планеты. Только тут будете есть все, то, что я дам. Зашибись. Ну, ночью более сыкотно здесь гонять, ребят, на самом деле. Это еще на стриме было нормально. Со мной еще было также около 100 исследователей. А тут я один плаваю, сука. И отплыл от дома опять далеко. Охереть тут темень. Я просто в шоке, ребят. Да иди ты в баню. Ты же меня не догонишь. Смысл того, что ты за мной летаешь постоянно, так? Медная руда. Ну, батарейки хоть сделаю, слава богу, хоть это есть. Сборщик транспорта у меня же уже есть, да, чертеж? Ну да. Да, я так весь день проплавать могу и нихера не найти. Это не кул, ребята, знаете ли. Скажу я вам так, ребята, тут нихера нету. Либо я уже здесь все забрал. Ну ты же меня есть не собираешься, не? Давай, иди сюда. Давай. На-на! Иди отсюда! Я очень хочу себе сверхтранспорт свой. Маска, титановый слиток, энергоячейка. Титановый слиток я вроде бы могу осилить, если не ошибаюсь, да? Только сначала говно надо всякое поперекладывать. Так, сборщик транспорта. Мотылёк, свинец, стекло, энергоячейка. Вылезай давай.
стекло есть, смазка есть, слиток остался титановый. Но сначала я приготовлю что-нибудь покушать. Все равно заряется. Еще радио чекну. Опа. Раз металлолом, два металлолом. И что ты, зря носил получается, другалек. И серебро сразу нашел, охрененно. А у меня места хватит на водоросли, не? Не хватит, значит два захода буду делать это все. Окей, я тогда на всякий шлем себе просто сделаю, да, и класс. Тут вроде бы модуль какой-то. А, точно, я чуть не забыл, подождите, ребятки. А как мне модуль поставить? Ладно, поплыли, знаете куда? А куда теперь плыть? Ой. Да, это не Приора, надо привыкнуть, ребята. Я еще, правда, ночью сюда пришел, пиздец, бля, я нашел время. Гений просто. У меня ничего не исследовано, ни резака, ни хуя. Так, рванули наверх, пацаны. Внизу нам искать особо тут нечего. А, да тут и наверху не забраться. Не, ну может быть все-таки есть какой-то вариант? Может там что-то есть? Пещерка? Ну хорошо, что я сохранился, да? Правда ведь? Что? Что, блять, вы охуели? Я тут выжить пытаюсь. Какие нахуй долги 3 миллиона кредитов, блять? Это что вообще за пиздец? Там Сири совсем ёбнулась, нет? Я тут как бы выжить хочу. И мне вообще похеру, что я буду, чьи ресурсы собирать. 3 миллиона кредитов она, конечно, так сильно загнула. Может быть, на 50 рублях сторгуемся? Просто это вообще не прикольно, знаете ли. Ебать! А что ты охраняешь, страж? Блядь. А где ты? Пипец, там страж какой-то, я... Вахуя. Для чего они нужны? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. Э, алло, убирай, это пушка, если убирай, говорю. Пиздец. Я не хочу сойти. Ну ладно, я посмотрю. Что это? Иди нах. Отпусти, сука! Опусти, блядь! Кто ты, воин? Бля, пиздец мне.